Святилище, пролил кровь на святой земле. Сократ, заводишь друзей повсюду, не так ли? Алексиос, какой приятный сюрприз. Узнав, что ты на Делосе, я примчался, чтобы послушать твои мудрые слова. А, но что есть слова? И бывают ли они мудрыми? Или... О, ну уж нет! Но мне хотелось бы узнать твоем... Ну? Солдаты схватили мятежника. Он украл деньги из святилища, чтобы помочь восстанию. Убийство здесь. Скорее. Именно. Но тут нельзя отнимать жизнь, потому он ждет, когда его отправят на Миконос, чтобы... И при чем тут я? Как думаешь, он заслужил смерти? Отвечу встречным вопросом. В чем заключается справедливость? Отличный вопрос. Он украл, это неправильно. Ради свободы своего народа. Он убил человека. Спасая себя. Он нарушил священный закон, угодный самим богам. Он волен убивать и красть. Но капля крови на земле, и он достоин смерти. Я ничего не хочу сказать, но если мы перестаем чтить закон, не становимся ли мы зверями? Ты знаешь мое мнение. Я могу идти? Конечно, конечно. И еще кое-что. Разумеется. Мятежника держат в крепости на севере в Гестиатарионе. Завтра его отправят на Миконос. Стой. Ты хочешь убедить меня спасти его? Убедить? Что ты? Хотя мне любопытно теперь, зная, где он и почему, спас бы ты его. Мне стоит навестить мятежника. Кажется, у нас много общего. Я так и думал. Впрочем, денег у меня нет. Лишь знания. Но они лучше денег, ведь они всегда останутся с тобой. Уже кое-что, наверное.
Вперед! Давай!
Если меня тут заметят, будет плохо. Ранена. Серьезно. Хочешь выдать меня жрецам? Смотря в чем твоя вина. Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено? Говорили. А вот тому зверю, что здесь бродит, нет. Я щедро заплачу за его смерть. Если заплатишь... Ты не первый, кто согласился. Я готов к охоте. Назвав его медведем... Где медведь сейчас? Я старалась уйти как можно дальше. Он на севере отсюда. Ты не из этих мест, ведь? Из Аркадии. Я найду и убью зверя. Мятежник там. Спасибо, Мистий. Меня хотели казнить, но ты успел раньше. Их будет больше. Скорее за мной! Я наблюдал. Я тоже рад окропить священную землю кровью. Мы не похожи. А теперь иди за мной, пока нас не убили. Смерть угнетателям! Смерть тем, кто хочет отобрать у нас! Ah!
Если не замолчишь, так и случится! Малака! Тебя длинный язык. Мы оба могли погибнуть. Тогда наша жертва зажгла бы пламя в сердцах мятежников, и они бы сбросили всех чужаков в море на поживу Посейдону. Я ведь тоже здесь чужой. И спартанцы, что сражаются плечом к плечу с мятежниками, тоже. Афининам нужны наши ценности, спартанцам нужны наши земли. Мы будем защищаться. Мы их не звали, мы их прогоним. Делос принадлежит только нам. Я собираюсь поговорить с Кирой. Мятежникам пора выйти из пещер. Пришло время сражаться. Иди и поспеши. Солдаты будут искать тебя по всему острову. Пускай ищут. И если найдут, я с радостью отправлю их к Аиду. Сократ, чужестранец опять пролил кровь на священной земле. А, Алексиос, увидев тебя на Делосе, я воспрял духом. Скажи мне, чем закончилась история с пленным мятежником? Ты не говорил, что он одержимый фанатик. А, но кому решать, кто из нас слишком безумен? В какой-то момент так можно сказать про каждого. Тебя с твоей философией он бы скинул в море. Раньше, быть может, тогда я был меньше обременен весом и философией. Так скажи мне, удалось ли тебе разрешить ситуацию мирно? При нем была стража, теперь ее нет. Хм, интересно. Ты решил, что жизнь вора и убийцы стоит больше, чем жизни солдат, выполняющих долг? Я о нем и не думал, честно говоря. А что с мятежником? Если ему дорога жизнь, он где-то на пути к Миконосу. Наше решение как зыбь на воде. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит, но со временем эта зыбь может превратиться в сокрушительные волны. Очень приятно, Сократ. Ты не перестаешь вызывать у меня головную боль. Ха, всегда пожалуйста, Алексиос. Надеюсь вновь увидеть тебя на симпозии. Не надейся. Thank you.
Наверняка есть охрана.
Нужно быть осторожным. Могучий зверь, но тебе здесь не место.
О, мертвец. Кишки выпустили. Пиршество для птиц. Кровавый отпечаток. Свежий. Корабль. Вот как медведь попал на Делос. Написано, что зверь из Аркадии. Она контрабандист? Но зачем ей медведь? Здесь уже нечего искать. Пора возвращаться к женщине. Медведь мертв, и ты мне должна. Но сперва поговорим. Да. Медведя везли из Аркадии тайно. Я нашел записи и кровавые отпечатки твоих рук. Говори. Ладно, ладно. Мы везли медведя для некого Саргона. Но Посейдон показал свой нрав. Шторм выбросил нас на берег, и проклятый зверь вырвался. Вот как они погибли. Они были мне семьей! Тебе и так досталось. Людям не обязательно знать, кто привез медведя. Милосердный Мистий. Такая же редкость, как этот зверь. Держи, это твое. Хайре, и постарайся не попасться жителям острова.
великолепно!
меня на мину. Ступами и крепкий камень. Eso es.